На календаре 5 июня. 5 июня 1898 года Самарская городская дума приняла постановление об устройстве электрического освещения в главном городе губернии. До этого в Самаре были только спиртоскипидарные, керосиновые и газовые фонари, однако польза от них была небольшой. Претендентов на строительство выявилось немало, и все они предлагали различные условия, разобраться в которых было нелегко. В итоге был подписан контракт с фирмой «Сименс и Гальски», и работа по устройству электрического освещения в главном городе губернии закипела. 5 июня 1907 года в Самаре на улице Казанской, сегодня это улица Алексея Толстого, открылся первый в главном городе губернии завод минеральных фруктовых вод и квасов. Он получил шутливое название «Пчела». Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды или День эколога, а в нашей стране сегодня еще и День образования полиции. В народном календаре сегодня ливон-огуречник и ливон-коноплянник. В этот день было принято сажать огурцы, а еще во многих российских регионах сеяли коноплю. Ее почитали в народе как крайне полезное растение. Из ее стебля добывали пеньку, из семян делали масло, а также использовали их в народной медицине. Этими другими событиями и фактами был ознаменован 5 день июня. Отличного настроения вам и всего только самого доброго!